Привет. Всем привет. И с вами Артем Мапсы. Как вы видите, я сегодня взял на дегустацию Чан Рамен от фирмы Доширак. Вот у нас такая, значит, лапша, которую сейчас я уже поставил заранее завариваться. Ну, вот такая довольно-таки острая, потому что реально, в принципе, довольно островатая такая, ну, с острым соусом такая. Так что, в общем-то, вот такие дела. Сейчас будем повариться и будем пробовать. А, хорошо. Вот самая вкусная лапша. Купил ее где-то за 30 рублей. Реально вкусная топовая лапша, прикольная. Вкуснее, хочу честно сказать, чем доширак будет. Ну реально довольно-таки вкусная, в принципе, лапша. Можно сказать, оценка на 5 с плюсом. Ну и плюс это мой рыбный обед сегодня. Такие, в общем-то, вот такие дела. Вот у Артема Мапса. Разваристая, в принципе, очень вкусная. О, в общем-то, вот такие дела. Реально зашибись, топчиковая лапша. Так что, в общем-то, всем привет. Кстати, кто сейчас обедает, всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч и увидимся скоро.